Друзья, аплодисменты, соглашение подписано. Приветствую вас, уважаемые гости, на производственном комплексе Cargill. Это единственное в стране современное производство по глубокой переработке пшеницы. Для сельхозпроизводителей, людей, энергетиков важно. Благодаря открытию этого производства мы получим очень надежных потребителей. Мы тоже в этом направлении работали. За короткий срок, буквально за полгода, построили 7 километров на современнейшей линии 110 киловольт, который будет обеспечивать это производство электроэнергии. Сейчас это все идет в дело. Когда будет завершен? Я думаю, что мне, если можно, месяц. Мне дату конкретно нужно. Ноябрь месяц. А почему так? 4 месяца это до конца, ну, до конца октября. Внимание, внимание! Начинаем церемонию. Тебя сняли, видишь? О, молодец! Держи, держи, чтобы у тебя на память. Держи. Забирай. В прошлом году 6 площадок, в этом году 12. Если 18 площадок у нас, они будут заняты и будут вот нормально использоваться, соответственно, тогда мы и дальше эту программу будем продолжать. Потому что, в принципе, объем, который мы ставим, Московская область меньше, что ли, они 10 в этом году стоят, а мы 12. Поэтому вам спасибо, очень надеюсь за вашу, так сказать, такую активную позицию. Надеюсь, что женщин наших тоже Ефремовска будет вовлекать. Хорошо. Занятия спортом. Спасибо. И уже этот мусор лежит 3 года. И то есть ефремовские жители, да, приехали в деревню и привезли с собой строительный мусор, да? Ну почему? Не, ну я... Ломали в Ефремове дом. Так. Они возили КАМАЗами этот строительный мусор, чтобы сделать дорогу. Так. Но дорога не сделана. Глыбы насыпали, и, собственно, получилось место дороги свалка. С моей стороны, мы приезжали, смотрели. Весной действительно в плачевном состоянии все находится. В первую очередь необходимо было сделать дренаж. Трубы для дренажа мы нашли, с трудом, правда, привезли. Был разговор, что мы действительно пытаемся изыскать возможности для того, чтобы дорогу хотя бы защебенить. Про асфальт речь не идет. Значит, если речь идет о щебенении, ну, значит, давайте делать щебенение. Почему, например, эту дорогу не включили вы в проект «Народный бюджет» текущего года? Вот, Екатерина Николаевна, вы про народный бюджет что-нибудь слышали, нет? Нет, ничего не слышали. А сейчас вот слышали доклады уже? Сейчас... Теперь слышали. То есть вы знаете, что можно подготовить свои заявки и заявки вместе с главами муниципальных образований, соответственно, подавать. Уже проект формирования планов на 2015 год уже началось. С 1 июня все работы, так сказать, все заявки мы начали принимать. Пока не очень активно, всего 23 заявки поступило к нам, но мы считаем, что сейчас жители немножко, как так сказать, разойдутся и начнут делать эту историю. Поэтому включайтесь в программу «Народный бюджет», либо пускай глава муниципального образования находит деньги на ремонт этой дороги. То есть, ну, другого варианта нет. Мы специально для поддержки инициативы жителей подготовили программу «Народный бюджет». Значит, платим мы за газ, платим мы за воду, платим за свет. Почему не в одну кучу? Значит, прозрачность, наверное, понятность начисления платы за жилищно-коммунальные услуги в Тульской области уже создан и реализуется областной единый информационно-расчетный центр, который в конечном итоге объединит в себя все платежи за все жилищно-коммунальные услуги. Более 300 управляющих компаний в области, представляете? Поставщиков электроэнергии, ну там еще, там, условно говоря, с десяток у нас. Газовых компаний тоже несколько. И еще огромное количество водоканалов. Вот это все свести в одну платежку, поверьте мне, это, ну, такая большая, достаточно длительная работа, которой мы занимаемся. И все-таки я уверен, что с 1 октября мы всех переведем на единый платеж. А с Нового года подключим газ и, соответственно, воду. Ну, с Нового года, наверное, не будем. С 1 февраля попробуем, да, потому что на Новый год никогда ничего начинать не надо.
Вот. Спасибо большое. Хорошо. Да, спасибо всем большое за сегодняшнюю встречу. Мы не расходимся, да. Кто еще не задал свои вопросы, пожалуйста, соответственно, сейчас в холле подходите, разбирайте министров по интересам.